Прокурорская проверка совпала с пополнением. Привезли в подарок хорька, которого купили домой, а потом наигрались и решили пристроить в добрые руки. Для него сейчас готовят отдельную клетку. Медведю Мише 2,5 года. Он тоже раньше содержался не в лучших условиях. Здесь ест 2 ведра овсянки на молоке в день и раз в месяц рыбу. А за конфету под аплодисменты управляющего может и станцевать. Как уверяет Алексей Котов, проблем с содержанием животных в парке нет. Потом могу что сказать. Просто происки людей, которые не понимают, в уходе животных состояние, я считаю, что нормально. Представляю, постоянно мы работаем с ветлечебницами, все с рыбнорскими. Кроме медведя, здесь есть пятнистые олени. Сейчас их 9, двое родились в парке. Клетки подходят и не боятся людей, потому что привыкли. Гости могут покормить. Для этого есть заготовка – морковь. Кроме того, здесь держат кроликов, фазанов, лис. Представители прокуратуры вместе с ветеринарами осмотрели всех животных. Проверка показала, в срочной помощи никто из них не нуждается. Сотрудники главного управления ветеринарии пояснили, что медведь в настоящее время находится вот в состоянии немножко облезлый. Это ввиду того, что после зимы у него происходит линька. Он в настоящее время линяет, и поэтому у него такой внешний вид. Так, в принципе, никаких, так скажем, совсем негативных методов содержания пока не установлено. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте мер, принимаемых ответственными лицами по исполнению действующего законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, а также решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Денис Леева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».